Passat B5, год выпуска 2002, 1.8 турбо, запуск бензинового мотора. На холостом ходу мотор работает устойчиво, на повышенных оборотах. Двигатель автомобиля Volkswagen Passat 2003 года выпуска. Маркировка двигателя АВТ. Замер компрессии. Первый цилиндр. Тринадцать килограмм. Второй цилиндр. Двенадцать килограмм. Третий цилиндр. 12 килограмм. Четвертый цилиндр. 11 килограмм. Замер компрессии окончен.